Сегодня многие люди на планете думают о мире и хотят прекратить войну, насилие, остановить тех, кто причиняет вред другим. Источник мира – проявление любящей доброты к другим, что означает заботиться о них и желать им счастья. Когда мы сможем породить это чувство в своем сознании, к нам придет мир. Любящая доброта поселится в сознании и сердце каждого.